Ох, ну и мы дропаемся. Привет, друзья мои. Так, а оружка-то вообще как будет? Там противники. Офигеть, я пока вообще безоружковый. Ну, вообще бомба. Куча всякого говна нахватало, оружия нет. О, ну тут что-то. Someone's gotta take out the new kill leader. They're too cocky. I need a weapon. Ясно, здесь все забрали. Идем убивать их тогда. Hostile close. Target's right in front of me. Weapon here. Reloading. Reloading. Enemy down. Boom. Whole squad down. Body shield here. Level 2. Ну, победили хотя бы. A champion just fell. They must not be very good. Если что, тебе не знаю, общаешься там, не общаешься, тебя не слышно. Ну ты еще похрипываешь, да, вот все, теперь слышно, да. Про это я говорил, то, что может включиться. Понял. Это на этом, да? Надо идти. Да, здесь взяточка сочная. Я возьму. Who's ready to fly on a zipline? I am. All right, we're down to 50% left, kids. Yeah, that's a pretty easy math. Bad guy over there. Mm-hmm. Очень красный. Понятно, хорошо. Еще. Убежала влево. Под нами, вот. 45 секунд. Ring's a little far. На портал поставил, вроде на портал. Ага, да-да-да, и в портал ушла. Так, а где? А, ясно. 90 дал ей. Блин, ну высунулась бы. Давай, о, давай, я за тобой. Загоняю на этот наверх. А, на через этот. Все. Загнали, хорошо. I am repairing myself. I can see that the ring's moving on the map. Блин, здесь все съели. Ладно. И тут все съели. А здесь уже война даже была. Эта игра хоть на игру похожа.
Ну да. Стрельба какая-то. 6 рядов все осталось, жалко. Так, ну вперед. По-моему, это дроп лайфлайна. Да. Ты как-то отличаешь? Ну, по скорости падения только. Ну да, наверное, весело. Еще кругов нету вот таких, которые... Ну, это да, свет, свет, понятно. У тебя нет там баночки? Чего? Мелкой аптечки? Держи. Аптечки? Аптечки, да, да, да. Держи банку обратно, у них много. Спасибо. Армор сильно лишь лежит, mm-hmm. Никто не берет. Слева где-то стреляют. Видимо, ближе к тебе. Идем? Нет. Где-то там, да, может? Да, он там стреляет. А, вижу, да, вспышки. То есть они как будто еще зоны поджали кого-то там, кто-то кого-то. Вижу. Рейв порталы ставить всякие. Прям в зону пойдем? Нет, вот рейв выбежала, вот, например. А, это не рейв, это мираж. Я бы на их месте вообще поднимался с той стороны, потому что здесь жопка, так что, наверное, лучше подняться просто нам сюда и ждать их. Зато сверху видим, если они будут этот подбирать баннер. Ух, все еще воюют? Далеко как. Ну да. Не, ну стоит глянуть. Слабаки, что ли? Блин, а я даже не вижу, где они. Ну хрен знает. У меня просто нет аптечек, чтобы туда бежать. У меня тоже нет. Ну им сюда выбегать в любом случае, так что пускай. Куда же они могли выйти, если не здесь? Может, они умерли? Отряда 4-то осталось. Вот, было 6, когда они дрались. А, да? Мне казалось, что, ну, может быть, ладно. Блин, нам тоже зум потихонечку нужен. А, о, воскрешение у нас под боком. Блин, ну я не знаю, надо ждать. Потому что у нас не хватит аптечек на это дело. Но сейчас они выбегут к нам тогда, хорошо. А мы тут как тут. Давай следить за ними. О, он бегут. Don't shoot, wait. Вот уже под нами.
Ага. Фиолетовый армор, кстати. Офигеть, она улутана. Обалдеть. Просто. Там и роботик же. Странно, что не отдал роботу ничего. Вот это непонятно мне. Так. Ждем, пока он выйдет. Должен выйти. Ты его видел? Да, да, он бежал в нашу сторону, только, вот, только куда я не понял. Прям вот сюда я поэтому прибежал. Он вон, он уже. Ого! Кстати, я бы не хотел, чтобы эта зона меня сильно грызла, потому что, опять-таки, все упирается в аптечки. Там спереди еще, кстати, стреляются. Угу. Гибралтар щит стоит. Я куда-то сюда бегу, потому что по-другому не подскочу. Вы все еще хантите этого чувака? Нет, да. Другие стреляются уже. Так. Тоже пострелял. Хорошо. Сейчас они на нас, получается, тоже выйдут, ну, другому. Да, должны. Хорошо. Фраги. Мне еще взять 4 фрага было бы отлично. Осталось ли 4 фрага еще в игре вообще? Играешь в белку, да? Я никогда не пробовал залезть на дерево. Надо поучиться. Они это пофиксили, что я как будто в потолок ударяюсь. Слушай, где они? 3 отряда, один умер за зоной. Никто никого не бал, просто он просто умер. А вот остальные где? Так, вот, он уже не границ. Мы не дали фраг. Не понимать. Эх, не вижу. И я. Все-таки они не пофиксили. Не пофиксили, деревья. Не пофиксили что? Ну, можно на деревьях сидеть, наверное. Сидеть? Да. Можешь залезть? Да. То есть на самом окошке, как будто там... Да, да, да. О, я хочу взглянуть, как со стороны это выглядит. Так, ну это... Оп. Только на таких, сейчас... а на большом так тоже можно? Вот на этом, да. И таймер там не идет? Нет. Блин, ну прикольно. А? Слушай, ну это, блин, тебя так правда видно, я думал, что ты будешь как бы в кроне кусками сидеть, но все равно туда... О! Не вижу их. А, ты воскрешаешь? Прямо у вас, вот, прям вот. Ring's close, 45 seconds. Тебя, у меня другой сквад. Я 90, но... Пробуй отбежать. Не, все нормально, там он вообще в хламину. Ой, я прицепил к нему. А, блин, жалко. Ну, в смысле, хорошо, что ты убил, конечно, его, но было прикольно.
Да что ж ты такой дохерамецкий, чувак? Прибежал из всех просто раненых. Ах, молодец. Это классно. Идем. Ой. Ну это еще, кстати, вот последнее сейчас будет вообще капец, если не быстро. А, нет, ладно, больно, больно. Да, я говорю, больно. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. У меня одна маленькая аптечка, просто. У меня ноль, даже маленькой нет. Потрясающе играем. По 8 киллов. Здесь тоже можно сидеть, оказывается. Ну да, там туда я падал еще просто со старта. Давай, а, у тебя есть чем подхилиться. Окей. Это был классный файт. Еле вытащили. Ну, GG, да. Ноль килл, грейт. You are the Apex Champions. Чувак. Upon TV Rock. TV. Не знаю, стримит он, не стримит, но забавно. Но было куча преследований всякой и прочей чепушни, друзья. Это было прикольно. Надеюсь, вам понравилось.